Итак, мои друзья, я вас приветствую на моем канале. Витаю вас, друзья. Сейчас чуть-чуть поговорим насчет Крыма. Почему Запад никогда не будет признавать Крым? Крым Российской Федерации. Ну, чего не будет признавать аннексию Крыма от России? Здесь тоже несколько причин в этом. Во-первых, почти у каждой страны... Европы есть территории, которые не исконно ее, которые не ей принадлежат исторически. Особенно после Первой и Второй мировой войны. Во-вторых, у многих больших стран Европы так само есть э, как бы куски провинции, которые хотят э, независимость. Здесь самый лучший пример Каталония в Испании, каталанцы. В Англии даже аж три — это Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Это даже вообще как свои народы. Они входят в состав Великобритании, в Испанию. Ну, у них как бы чуть-чуть язык свой, своя культура и так далее. Ну, можно сказать, это даже как Украина и Россия, например, Каталония и Испания, да. Ну, чуть -чуть, можно так сравнить, чтобы легче было понятно. Так само э, Эльзас и Лотринген, которые сейчас принадлежит Франции, было до Второй мировой войны, э, до Первой мировой войны, это Германия. Так само вся Западная Польша, это были немецкие земли. На Северной Германии Шлезвик хочет Дания назад, это в 12 веке Германия не оккупировала. Там до сих пор Даны живут, ну, дончане, у них там даже своя это, данская партия, так самый Южный Тироль в Италии, который Италия получила от Австрии. Там до сих пор живут ну, тирольцы, австрийцы. До сих пор разговаривают на немецком языке. не хотят тоже независимость или присоединение назад к Австрии. Есть еще пару таких провинций, примеров, где ну, большая европейская страна может потерять территорию. Поэтому после 1945 года никто никого не оккупировал, земли не забирали, а вот только освобождали, как, например, Югославия или страны того же Союза. Но чужие земли не оккупировали. Потому что если перешагнуть вот эту линию, да, тогда э, вся Европа будет своим соседям как бы ставить какие-то претензии. Кого-то освободить, какую-то провинцию назад забрать. Ну, это пойдет потом толчком по всему миру. Это такие же проблемы в Африке, в Азии есть, и той же Америке. Да, это как домино камушки. Один толкнешь, и они будут сыпаться и падать. Это, кстати, и к России дойдет. Это то, что Россия не понимает, что у нее куча республик, которые хотят независимость. И даже тот Кёнигсберг, да, Калининград. Германия, мы можете его назад претендовать. <coughs> так вот, поэтому весь цивилизованный мир никакие страны не оккупирует. И этого никогда не допустит. Ведь, если они это допустят, тогда по всему миру начнется хаос. Тогда каждый кто-то от кого-то у кого-то захочет что-то брать. Потому что все когда-то были империи, все когда-то были великие, все кому-то какие-то претензии ставят. Ну, в 21 веке люди цивилизованные, этого не хотят, не хотят войны. Есть уже границы, они долго держатся, уже 70 лет, даже больше. И с этим все живут, и все. Ну, Россия, как живет в 12 веке, это не поняла. И до сих пор мечтает это свою империю расширять. расширять, так вот. Поэтому Европа это никогда, ни в коем случае не допустит. Она Россию будет дальше давить санкциями экономически, потому что Третья мировая война никому не нужна. Очень просто.